Привет, 20-й день войны. Завтра 3 недели. Мы по-прежнему во Львове. Где там нам прямо? Направо тут. Ведет нас навигатор. Такими улочками едем к подписчику. К подписчику смотреть новое жилье. Ох, какое небо красивое вообще. На камере посмотри, какое. Живи. Лучше, чем в жизни. Лучше, чем в жизни. Кино всегда все почти всегда лучше. Такими улочками просто. Сегодня по Киеву прилетело в Святошинский, да, и в Подольский район. В три дома попали снаряды. Полная жесть. Карликовая тварь. Ботексная продолжает измываться над украинским народом, над мирным населением, правильно сказать. В Харлеях даже люди летают на таком модном. Героям слава. Сейчас новое логово посмотрим. Продают. Так, киевская трасса направо ушла, по которой мы залупазли, гнали с Максом. Макс в безопасности, все нормально. Ох, красиво как. А прикинь, когда это зеленое все. Вся эта красота. Вроде и войны нет. Где ты, Антончик? Иди будешь. Будешь воду добывать. Это тебе не трансляции вести. Я не знаю, как они пойдут. Ого, надо глубина, елки-палки. Да не урони. Ого. Так это ж типа вода сразу чистая, да? Да. Чистейшая, да. Вы уже поняли. И вот, это все торфы. И вот там, где колесики валяются на дороге, да? Угу. Вот эта река Думна называется. То есть вот представьте, вот как раз мы этим колодцем выходим на этот уровень. Ага. А, вот так. Она уже, да, она очищенная вообще. Вот. Ну, мы сейчас с вами сделаем экскурсию. Белка на заборе. Сейчас. Я так и хочу в движении, чтобы... Обалдеть вообще. Это, как вы говорили, это скажут фотошоп, да? Да, да, скажут фотошоп. Но... Фейк. Фейк, да. Любимое слово. Видно, что... Она не обращает внимания на нас вообще, правильно? Да вообще как? Четыре взрослых мужика, она сидит себе и с аппетитом кушает. Показательно, правда? Обалдеть, да. Вообще. Орех топчет. Да? Ну что-то похожее. И мы на машине проехали туда, она сидит, едем назад, она сидит. Это домашняя, может, какая-то? Надо будет завтра проехать, посмотреть, сидит или нет. Если сидит, то домашняя. Да там орехи надо задвинуть таких размеров. Да, такой вроде Львов. Рядом, да, такой другой мир вообще. Полностью. А ну посчитай. Лебеди. Я два где-то. Где-то еще один. Солнце слепит. Солнце так греет уже. Да, сегодня теплый день, хороший очень. Вот еще один. Да, трое. А где третий? Вон. Блин, так слепит меня вообще. Ну вот и третий. А да. Вон собачка. Смешная. Тут для Ами, конечно, нормально прогулки можно взять. Да, вчера пошли. Да. Пошли в Киевстар. Больше 3 километра в одну сторону пешком. Так бультерьер спал без задних ног сегодня. 21-й день войны. Связь лежу с Польшей. На связи с бабушкой. А, лежишь на матрасе. А что вы там кушаете, котенька? Мы здесь жируем, а вы бедные. Что вы едите? Воздухом питаемся. Воздухом питаемся. Мы вчера тушили пожар. Да, пожар монтируется. Вот кто не видел, заходите, посмотрите. Возле дома.
Да. Понятно, понятно. Ой. Так, ну спасибо этому логову мы тут... Что? Несколько дней отбыли, 4, наверное, ночи или что-то я сбился со счету. Будем... Да, какое ты спрашивала, я не понял. Будем переезжать в новое. Тяжело тут находиться немножко, но лучше, чем на улице. Так, друзья, ну, логово, такой коридор, удобство, покажу, давайте, тут жесткие, все как было 40-50 лет назад, душ, куски цивилизации, кран течет, это нормально. Тут тоже чьи-то стиралочки. Ну, вот так вот. Штора, душа. Да, тяжело тут находиться было, но слава богу, люди добрые. Наши Саша, спасибо ему, подписчику, нашему зрителю. Едем к нему. Все, так, нажал. Ноутбук наш. Которого мы вам все показываем. Так, ну что, закрывай. Спасибо этому дому. Перекантовались. Пожили в этой части. В этой части Львова. Скоро тут будет каждая точка, где мы жили. Макс, этот, Антон. Там с Максом залупазлик толкали. Иди с ней вперед. Хочет в окно все время выйти, не может понять. Думает, странное окно на уровне собачьего роста. Все, едем дальше в новое логово. Бультерьер счастливый просто вообще. Смотрите, какая борда довольная. Думает, елки-палки, наконец-то мы с этого жесткого логова выехали. Брюс там просто закопан. Нет, там есть у него... пятачок для жизни. Все, сейчас что на монтаж надо. Там немножко у нас со схождением вопросы надо. Он что-то нервничает. Брюсечка, сидеть, едь там спокойно. Сейчас смотри, там справа хватает. Ой, у нас. Да. Нормально? Да. В общем, спасибо этому дому еще раз. Полетели. Я думаю, на новом месте должно быть получше. Еще у нас чертки в запасе, если что. Там логово вообще, говорят, серьезное. С восьмикомнатное. Так, это удобство во дворе. Что тут? Да не, ну в идеале, ты что? Я тебе говорю, что нормально. Вон и бумага есть даже. Серьезно? Даже бумага есть. Полный фарш начинаешь. Перебираешь, ого. Так темно. Серьезный. Что серьезный? Обычный. В оригинале. Смотри, тут. Ну, есть небольшая негерметичность, но крыша над головой есть. Замок. Смотри, какой замок в оригинале тоже. Да не, ну отлично. По крайней мере, никто тут тебя тревожить не будет. Сейчас пару. Он только для нас. Да, он только наш. Никто тебя не будет отвлекать. Засохшее дерево, веточки. Ну, тут да, можно. С утра встанешь, завтра прополоть надо территорию. Ами, куда ты ломишься? Иди сюда. Смотри, смотри, смотри. Куда она пошла? Хоть бы ноги не сломать. Какой-то здесь секретный объект. А, куры жили, наверное. Ну да, что-то такое. Слышь, а вот тебе я туалет нашел попроще, смотри. Смотри, в оригинальном виде. Ты чё? Начинаешь. Так, друзья, в общем, мы плавно удаляемся от центра Львова. Чем больше дней мы
здесь находимся, тем мы дальше и дальше были. Сначала в самом центре были, на Киевской. Потом переехали на Городоцкого в конец. А теперь уже мы далеко, короче. Я думаю, тут ФСБ нас не найдет. Как ты думаешь? Да. ФСБ. Хотя ищет, наверное. Сейчас, да, я сделаю меньше свет, чтобы нас вообще нельзя было вычислить. ФСБ не найдет. Потому что пятнашку вообще не хочется сидеть. Ами, фу, иди сюда. Территория закрыта. Бультерьер держит периметр. Но зато здесь мы ближе к Киеву, да, получается? Ближе к Киеву, к Лене. Да? А ну, посвети. Ёлки, хоть бы ноги не поломать. Ами выпустить. Куда? Ты чё? Да не, какие свиньи тут? Ты чё, чистая территория свиньи? Ты просто не представляешь, свиньи где живут. Сейчас включу вам свет. Да, ну тут что-то, сарайчик. Да не, нормально, бочка есть. В общем, проблем не должно быть, вроде как нормально. Надеюсь, отсюда нас не выселят в ближайшее время. Ну, с предыдущего логова. Ами, Ами, как она проникла туда? Иди сюда. Уже у соседей где-то. Иди сюда, ко мне. Господи, шо олень, посмотри. А тут забор не герметичный, елки-палки. Что-то мы поздно. А тут его вообще нет, слышишь? Он тут разрушился. Все, иди сюда. А, или это ихний, наверное, участок. Надо будет спросить завтра. Да, иди сюда, ко мне. Вот дура. Дура. Ами, ко мне, Ами. Как олень вообще. Поздно снимать начали, темнеет. Глянь, четко по тропинкам ходит. Ну зато эти ФСБ нас не найдет в темноте. Правильно снимаем в темноте все. Так, ну вот такое логово. Давайте само логово покажу. Так, это вход. Чу, красиво тут все. Кухня зато отдельная, с мебелью, с четырехкомфорочной плитой современной, лампа Ильича только там. Там столовая, тут чердак, наверное, ну, мы не спрашивали, ну, судя по расположению, шкаф, обогрев на газу, это выход, это... Слышишь, это выход, если эти будут, как их идти. Путлеровцы. Вот с этой стороны можно отстреливаться нормально будет. Так, тут Брюс у нас. Ами, вон. Не заходи. Мой. Брюс, куда тебя несет? Гуляй тут. Так, ну смотрите, логово четкое вообще. Очень тут все. Все по-правильному. Диван. Тут будет у нас компьютерный стол. Что здесь у нас? Телевизор. Видеомагнитофон, наверное. Да, кассеты вон лежат. Или нет, диск. Это нет, это на дисках уже. Это современный, я ошибся. Печка. Это на дровах, которая работает. Но мы пока нам газ включили, говорят, включаем газ, потому что, короче, дрова — это отдельная история. Ну, это спальня. Очень нормально вот так я выгляжу. Ковер. В общем, все, все красиво. Столик. А, можем и тут компьютер поставить. Смотрите, сейчас я вам покажу, вы удивитесь. Розетка телефонная. Надо, да, будет взять тряпочку, пыль повытирать. Телефонная розетка. Просто обалдеть. Ну, сервант стандартный, советский. Ну и вот печка сейчас должна нагреться, сказали бы, странно. Ну, пока холодная еще. Где она тут быстрее? Ну, пока вообще ледяная. Ну, пока до ночи нагреем, я думаю. Ну, вот такое логово, в принципе. Неплохо тут. У многих, кто родился в
Советском Союзе был похожий градусник. У меня, кстати, в том числе чуть больше, правда, был. Что у нас тут плюс 4, где-то плюс 3 показывает. Ну, нагреется сейчас, я думаю. Это для воды, для ванну, когда греть, то обычно таким пользовались в детстве. Только побольше был у меня. Шо, Брюс, нормально в новом логове? Ну, пока шо ж, ну, привыкай, я ж не виноват тут. Сейчас ночи логово прогреваем, но пока что-то оно не прогревается. Что у нас тут? Ну, чуть-чуть прогрелось, плюс 10. Плюс 10. Ну, пол холодный, снял, только снял обувь. Ну. Да, долго стоял дом без отопления. Дончик спит. Все, ложимся, уже завтра прогреется. Печь на ночь выключил. Трасса рядом. Двадцать первый день войны завершен. Люня порадовал информацией.